Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман, и мы продолжаем нашу серию технических роликов. Сегодня в очередной раз мы будем с вами ремонтировать наше перо руля. А что с ним случилось, мы говорили раньше, но те, кто это не успел увидеть или смотрит нас этот выпуск без предыстории, давайте я вам покажу. Готовы? Поехали! Итак, проблема у нас следующая. Видите ход? И это сегодня мы будем с вами исправлять. Но вы думаете, что разболтались втулки, но нет, свою лодку я уже хорошо знаю. Это разбилось посадочное место, которое мы будем укреплять сегодня эпоксидкой. Делать такое усиление внутри корпуса. И вот этого не будет. На самом деле в этом ничего страшного нет. Просто когда вы идете и, допустим, сзади приходит волна, то вы слышите такой звук, такой ту-ту, ту-ту. А мне это не нравится, меня это раздражает. Любые потусторонние звуки в лодке меня просто вымораживают. Не хочу этого. А сейчас начинаем копать яму под радаром, потому что его нужно снять вниз. А так как он у нас здоровый, и там сверху еще где-то сантиметров 70, то эту яму надо будет сейчас выкопать. Это такая неприятная история, потому что грунт достаточно твердый. Мне дали кирку, дали лопату и сказали: «Нарой». Вот такая тут ямка получилась, глубиной, наверное, сантиметров 30. Может, хватит, может, не хватит, непонятно. Ну, в общем, сейчас буду снимать радар, туда его опускать. Может, хватит, чтобы вышел, а нет, придется его в сторону и еще дальше докапывать. Ну что, начинаем снимать радар. Для тех, кто уже с нами давно, это будет уже просто как сборка-разборка лодки на время. Вот это сектор, на котором у нас заведены все троса, которые, собственно, управляют рулями, и радар поворачивает влево-вправо. Но вообще, чтобы сделать просто, вот вы видите здесь вот раз, два, три, четыре. Их надо открутить, но для того, чтобы открутить нижний, нужно открутить сами троса. Поэтому мы сейчас берем гаечный ключик, и один сюда, и второй туда, и начинаем это откручивать. Ну что, как это все выглядит? Вот у нас здесь идет веревочка, вы видите, это Дайнима, она очень крепкая. И потом идет наша кран-балка, на которой все закреплено. Вот сейчас это все находится в натяжении, и мы берем и снимаем уже, собственно, сам автопилот.
Все. Теперь его нужно чуть-чуть приподнять, и там я его уже руками приподниму, и здесь его нужно будет этот пин вытащить и освободить. Ну, естественно, глубины не хватило, потому что остался, сейчас я вам покажу, где-то, наверное, сантиметров 15-20. Дерьмо, смотрите сколько, я чуть-чуть не дорыл. Тут реально 1 сантиметр остался, вот на 1 сантиметр глубже и можно вытаскивать. А блин, там камень, который придется сейчас долбить. Вот там вот внизу камушек, в который упирается радар, и никуда больше. Зараза. Так, вот у нас радар лежит на таких блоках деревянных. И вот то, с чем мы будем бороться. Вот эта вот фигня, она болтается. Вот с этим мы будем бороться. Ну и заодно то, куда мы доставать не могли, вот эту вот часть, обработаем, сделаем красиво. Ну и естественно, пошкрябать надо будет и вот здесь. Переставляем его сохнуть. Так, далее нам нужно зачистить вот эти вот края, чтобы сюда немножечко армировать еще эпоксидкой. Для этого у нас есть дрель с вот такой насадкой. И сейчас мы ею будем делать так. Допилил, теперь смотрите, как получилось. То есть вот это вот все зашкурено. И я сюда добавлю немножечко эпоксидки с наполнителем очень крутой, который сделает из этого камень.
Так, ну что, мы готовы мазать? Еще нет. Еще не готовы? Пустить надо. Так, вот это у нас эпоксидка двухкомпонентная. А еще у нас в нее есть вот такой вот наполнитель. Он делает, ну, прямо очень крепкий состав. Поэтому мы сейчас вот эту вот фигню будем наносить. Ай-яй. Так, далее вот у нас идут тросики от рулей, мы их сейчас просто прокладываем, потом выставим рули. Вот у нас один, вот у нас второй. Закрепляем, вот они у нас на этом квадранте. Уже установлены. Только верхний вот надо чуть-чуть поправить. Вот. Так, ну что, проверяем. Так, есть небольшой люфт, но это нам совершенно не имеет значения. Так, хорошо, теперь идем спускаемся вниз. Здесь у нас все красиво, все смазано. Настроены троса. Так, все в смазочке. Это тефлоновая смазка, вот такая. Marine Water Resistance Multi-Purpose Grease. Ну что, теперь спускаемся, проверяем, нету ли хода у радара. Ну что, что мы сделали сейчас? Мы убрали весь свободный ход, смазали, закрепили вот этот подшипник, который идет у нас на радаре. Ну все, у нас... Этот узел идеально. Потом его еще немножечко покрасим, и будет шикарно. Причем обычно, когда такие узлы ремонтируются, потом они очень тяжело крутятся. То есть какое-то время, пока не разработаются. Но мы сделали все правильно. Он крутится легко, и свободного хода нет. Короче, идеально. Ну что, радар мы починили, этот выпуск у нас подошел к концу, здесь уже все просто, я думаю, вы уже знаете, как этот узел ремонтировать. Подписка, лайк, колокол, коммент, вы знаете, что вам делать, а я знаю, что делать мне, поэтому мы пилим какой-то новый выпуск, и уже на следующей неделе будет что-то интересное. Все, друзья, до скорой встречи, пока! Подписку не забудьте!